Доброго ранку, дорогі миколаївці, шановні наші телеглядачі. На календарі знов субота, 9:20 ранку. І це означає, що прийшов час для нашої телегрі. Доброго ранку, шановні гравці. Я рада бачити вас знов в нашій аудиторії телеканалу «Миколаїв». І як завжди, по нашій традиції, я надаю перше слово автору програми «Інтелектуальне асорті», постійний її ведучий та керівнику клубу інтелектуальних ігор Університету Україна Макароновій Тетяні Олександрівні. Будь ласка, прошу. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше сегодняшнее жюри. Это проректор по формированию и развитию контингента Университета Украины Миряха Галина Ивановна. Заведующая библиотеки филиала для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. И председатель сегодняшнего жюри, музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93, ведущая солистка вокальной студии Николаевского городского дома учителя, лауреат и победитель украинских вокальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. Сегодня у нас между собой играют такие команды. Команда, которая представляет детскую музыкальную школу номер 2 «Далилька». Команда, которая представляет военную часть А-1688 «Авиатор». Команда, которая представляет батальон связи А-1688 «Импульс». Команда, которая представляет Университет Украины под названием «Талисман». А мы переходим к первому туру. Это у нас разминка. Команда готова? Двуликий римский бог. Я. Домашний кузен зайца. Кролик. Да. Между яслями и школой. Детский сад. Да. Фирменные. Танец Штрауса. Вальс. Коррида ковбоев. Это родео. Обман при продаже пива. Недолив. Перемолотое зерно. Мука. Картофель в жире. Фри. Несладкая пара хрену. Редька. Им засекает гаишник. Радар. Спасибо. Тут 9 правильных ответов. Спасибо команде. Разряд каратиста. Да. Пособие от Сороса. Еще раз. Пособие от Сороса. Это называется грант. Врущая лошадь сивой масти. Кобыла. Мирин. Правильно. Буржуйский фрукт. Ананас. Ананас. Ирония с перцем. Ну, злая, правильно, сатира. Врач роддома. Акушер. Акушер. Правильно. Дубинка бейсболиста. Бита. Пустота в дереве. Духов. Средневековый атеист. Еретик, молодцы. Похлебка зэков. Банда. Спасибо. Тут у нас тоже 9 правильно. Место соединения костей. Сустав. Сустав. Домик бобра. Плотина. Ну что они строят? Плотина. Где живут, называется? Болото. Из деревьев. Ну там, где они живут. Нора. Ну, как по-украински дом, только в уменьшительной форме. Хатка. Да, хатка. Братец, братца, лиса. Кролик. Кролик. Немилость царя попасть в...
Опала, правильно. Молоденькая корова. Тёлка. Тёлка. Винная вдовушка. Вот шампанское, вдова. Клико. Клико, правильно. Выход клоуна на арену. Да. Священная река индусов. Ганг. Правильно. Паровозная печка. Топка. Топка. Вид лица спереди. Фас. Правильно. 10 правильных ответов. Молодец. Спасибо. Выделываю щипа. Да. Истязание при допросе. Пытки. Пузырьки на пиве. Пивина. Добыча диких зверей. Охота. Над глазом у нас находится бровь. Что? Бровь. Хлебное месиво. Тесто. Тесто. Мастер по окраске стен. Маля. Великий немой. Кино. Так. Лекция на бумаге. Что ведут? Конспект. Былина о викингах. Сага. Спасибо, 10 правильных ответов. И слово нашему жюри. Конкурс «Разминка» – это первый конкурс. Начало игры. Команды немножечко размялись, настроились не только на игру, но и на победу. И результат первого конкурса следующий. Команда «Домирелька» получает 9 баллов. Команда «Авиатор» получает 9 баллов. Команда «Импульс» получает 10 баллов. И команда «Талисман» получает тоже 10 баллов. Як побачу я тебе, знову дух мене бере, завмирає все навколо і цвіте. І своєю вродою, і своєю мовою щарувала моє серце у гаю. Вийди, 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 кралю знов, подарую я тобі любов, що цвіте в далекому гаю, де знайшов я доленьку свою. Вийди, 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 кралю знов, подарую я тобі любов, що цвіте в далекому гаю, де знайшов я доленьку свою. Я без тебе не живу, тільки бачити одну, і омріяно у Бога я молю. Я хотів би все життя бути поруч, квіточка, бо та на мені ти одна. Вийди, 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 кралю знов, подарую я тобі любов, що цвіте в далекому гаю, де знайшов я доленьку свою. Вийди, 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 кралю знов, подарую я тобі любов, що цвіте в далекому гаю, де знайшов я доленьку свою. Вийди, 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 кралю знов, подарую я тобі любов, що цвіте в далекому гаю, де знайшов я доленьку свою. А сейчас у нас конкурс «Перевертыши». Все перевертыши написаны по пословицам. Вы меняете слова и восстанавливаете ту пословицу, которая была. Ночь на ночь приходится. День на день не приходится. Ближние встречания, не лишний смех. Долгое расставание, лишние слезы. Лишние слезы. Долгие проводы. Толст да глуховат. Тонкие да звонки. Да, да, тонкие звонки. Трусость, брат поражения. Храбрость. Храбрость. Да. На мече или под мечом? На щитом или защите. Спасибо, 5 правильных ответов. Молодцы. Бесстрашие лучше жизни. Смелость хуже смерти.
Трусость. Ну, бесстрашие, но антоним. Трусость хуже смерти. Да. Проигравших осуждают. Плохое дорого бывает. Хорошее дешево. Ну, хорошее дешево мне не бывает. Не бывает. Плохо плачет тот, кто плачет первым. Хорошо. Спасибо, 5 правильных ответов. Плохой муж – первое тело. Хороший муж. Хорошая жена – вторая. Плохая душа. Правильно, вторая душа. Вторая. Совершенно правильно. Угу. Утят весною пересчитывают. Да. Своя радость учит. Чужое горе. Да, чужая беда не учит. Не учит. Своей глупостью долго проживешь. Чужим умом? Да, вот чужим умом недолго. А первая буква в азбуке? Я последняя буква. Молодцы, 5 правильных ответов. Курица яйца обучает. Яйца курицу не учит. А Петька смотрит да пьет. А Васька слушает да ест. Каблуки ей годится. Подметки не годится. Подметки ему не годится. В трех елях нашелся. Заблудился. Уши на сухом месте. Глаза на мокром месте. Спасибо, тоже 5 правильных ответов у нашей команды. Слово нашему жюри. Ну что ж, позади второй конкурс «Перевертыши». Очень замечательно, вы знаете все пословицы, это радует. Они очень такие юмористические. И все наши 4 команды идут одинаково равно, потому что получили одинаковое количество баллов, то есть 10. Я вас поздравляю. А сейчас у нас самый веселый конкурс сегодняшней игры. Это конкурс анекдотов. Закончите анекдот. Раньше ты всю еду оставлял мне, а теперь почти все съедаешь сам. Ты меня разлюбил? Нет, ты просто стала лучше. Готовить. Готовить, совершенно правильно. Спасибо команде. Закончите анекдот. Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю? Что мы утром делаем, но очень не хотим. Зарядку. Да, утреннюю зарядку. Учительница сына Абрамовича умерла от зависти, прочитав сочинение ребенка на тему «Как я?» Да, провел лето, совершенно правильно. Закончите анекдот. Совесть хулигана Петрова не отвечает или временно? Недоступно. Спасибо большое. Слово нашему жюри. Дорогі друзі, всі ми знаємо, що сміх – це здоров'я. І оптимісти живуть значно довше, ніж песимісти. Судячи з ваших відповідей, ми бачимо, що в цій студії у нас знаходяться тільки оптимісти. Тому вам уготовано довге, щасливе і веселе життя. А результати ваших відповідей такі. Всі 4 команди отримали по 3 бали. Таким чином, результат всіх 3 конкурсів має такий вигляд. Команда «Домірелька» – 22 бали. Команда «Авіатор» отримує 22 бали. Команда «Імпульс» – 23 бали. І команда «Талісман» – 23 бали. Успіхів у подальшій грі. А сейчас у нас с вами конкурс вопросов «Что, где, когда». Это один из самых серьезных конкурсов. Взяли ручку. Записываем форму вопроса. Американский астронавт Джон Гленн благополучно вернулся из космоса и погиб дома, поскользнувшись в ней. Назовите французского революционера, который был в ней убит. Марат. Это совершенно правильно. Речь идет о Ване. Спасибо команде. Именно он заложил основы французской колониальной империи. Назовите имена литературных персонажей, долгое время противостоявших его козням при дворе короля. 4 имени.
Атос. Дальше. Атос. Арамис. И Д'Артаньян. И Д'Артаньян, совершенно правильно. Речь идет о кардинале Ришелье. Спасибо. У подножия Фудзиямы находится лес, в котором японцы оставляли в XIX веке стариков и детей, которых не могли прокормить. Что в наше время часто совершают японцы в этом лесу? Оставляют еду. Ну, очень страшная слава у этого леса, потому что там часто совершаются что? Жертвоприношения. Ну, что отчаявшиеся люди часто делают? Самоубийство. Совершают самоубийство. Спасибо большое команде. Так, слушай меня очень сильно внимательно, Юра, Сережа. В своем послании Филипп Македонский призвал спартанцев немедленно сдаваться. «Если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу население и сравняю город с землей». Что ему предельно лаконично ответили спартанцы? Написали стену. Попробуй. «Если я...» Если. Город, что они ему ответили? Если. Они ответили, если. Спасибо команде, отличный ответ. Слово жюри. Конкурс «Что, где, когда» – это сложный конкурс. Команды показали свои знания, эрудицию, интеллект, проявили находчивость и смекалку. И результаты этого конкурса следующие. Команда «Домирелька», команда «Авиатор», команда «Импульс» и команда «Талисман» получает по 3 балла. Співають роси, і духмяні волошки заплиту у коси. До краси я степової серцем пригорнуся, кришталевої роси з квіточок нап'юся. Та й думками десь полину в закарпатські гори, неосяжній батьківщині сонячні простори. Золотавий хліб у полі в небесах лелека, срібно листе тополя і струнка смерека. Білі хати чорноброді, хлопці і дівчата, серце струни в колискові, Україна мати. Через гори і степи моя пісня лине, край смереки і верби, все це Україна. Чию пісню Черемоша з півдніпра веселий, хай щасливі будуть люди і в містах, і в селах. Промінь сонця доторкнувся вже до неба краю, тільки пісня світанкова все в душі лунає. Лине горлицею знову закарпатські гори, любі серцю батьківщини зоряні простори. Золотавий хліб у полі в небесах лелека, срібно листе тополя і струнка смерека. Білі хати чорноброві, хлопці і дівчата, серце струни колискові, Україна мати. Через гори і степи моя пісня лине, край смереки і верби, все це Україна. Чорноброві хлопці і дівчата, серце струни колискові, Україна мати. Через гори і степи моя пісня лине, край смереки і верби, все це Україна.
сейчас пришел черед болельщиков помочь своим командам. Значит, болельщики команды Домирелька, вы где? Встаем, берем микрофон. Вот ваши вопросы. Закончите отрывок из творчества Джонатана Свифта. Пусть одарен фортуной вдруг наш не друг, только бы не друг. Мы первое стерпеть готовы, но не переживем второго. Закончите анекдот. Смотрите во всех школах страны суперблокбастер «Садись» и продолжение «Садись». Садись, два, спасибо. Закончите мысль Эпиктета. Строгость отца – прекрасное лекарство. В нем больше сладкого, чем горького. Отлично, три правильных ответа. Спасибо команде. Болельщики команды «Авиатор» где? Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Когда способны мы не слушать бредней, предпочитать дешевой славе тень и проживать день каждый, как последний. Не будет страшен нам последний день. Правильно. Закончите анекдот. Порядок в школе обычно обеспечивают три богатыря. Физрук, военрук и трудовик. Да. Закончите мысль Пифагора Самосского. Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него горьких. Спасибо большое, молодцы. Болельщики команды «Импульс». Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Беру прилежно у судьбы уроки, во всем ища следы своей вины. Я был лишен бы множества пороков, когда б соблазны не были. Видны. С виной у нас что рифмуется? Обычно соблазны очень... Видны. Ну, слабым мы не подавались бы. Сильны. Закончите анекдот. Что означает словосочетание «Сизифов труд»? Бесполезная работа. Например, выучил урок, а тебя не... Не спросили. Да. Закончите мысль Ильи Ильфа. Все талантливые пишут разно. Все бездарные одинаково и даже одним... Почерком. Отлично. Три правильных ответа. Спасибо большое. Болельщики команды «Талисман». Ваши вопросы. Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Весьма обманчиво, что любящей душе нет разницы, бедняк ты или крест. Природе женщины присуще вообще иметь к мужчине меркантильный интерес. Да. Закончите анекдот. Учитель труда доказал, шуруп, забитый молотком, держится гораздо дольше, чем гвоздь, закрученный отверткой. Да. Закончите мысль Нейтана. С возрастом женщины все больше полагаются на косметику, а мужчины на свое чувство юмора. Отлично, спасибо. Три правильных ответа. Ну, я смотрю, что отверткой кто-то явно попробовал, судя по реакции зала. Уважаемые игроки, находясь здесь, вот вспомнились мне строки из такой замечательной старой-старой песенки. «Если с другом вышел в путь, веселей дорога, а без друзей меня чуть-чуть, да, а с друзьями много». И вот сегодня ваши друзья, ваши болельщики, ваша поддержка доказала это и доказала очень блестяще. Все четыре команды получили благодаря им все по 9 баллов. Высший класс. Молодцы. Я вас поздравляю. А сейчас у нас с вами конкурс «Казино», который посвящается памяти Евгении Ларионовой. У вас маленькие листики, вы делаете ставку от 1 до 4 и сдаете мне. Ставки сделаны, господа. А сейчас вопрос. Будьте внимательны. В США не хватает артистов развлекательных жанров, особенно их. Согласно фольклору, они остаются, когда уезжает он. Назовите его. В США не хватает артистов развлекательных жанров, особенно их. Согласно фольклору, они остаются, когда уезжает он. Назовите его. Время.
Так. Внимание, правильный ответ. Цирк, который уехал, а клоуны остались. Сейчас, внимание, жюри сейчас скажет результаты. А тут чего 32? А потом что, они 4 взяли? Они 3. Ми готові оголосити результат цього прекрасного конкурсу пам'яті, тому що дійсно людська пам'ять має дивовижну властивість. Ми повинні пам'ятати людей, події, все, що трапляється з нами, з нашою сім'єю, з нашою країною. І дійсно всі команди, приємно вражає, що всі команди відповіли вірно, вони підтвердили ту цифру, яку заявили. Таким чином, команда «Домірелька» отримує 4 бали, про які вони нам заявили. Команда «Авіатор» теж 4 бали. Команда «Імпульс» 3 бали заявила, трохи зменшила свої можливості. І команда «Талісман» теж отримує 4 бали. Зараз у нас хто починає сектор ризика? Всі тримають команди по 38 балів. Ну, тоді йдемо по часовій стрілці, да, «Талісман» да. Останній. Так, дорогі мої, називаємо цифру від 1 до 4. 3. Цифра 3, ваш вопрос, будьте внимательны. Теофиль Готье назвал героиню этой картины сфинксом красоты. Под какими двумя именами она нам известна? Любое из имен, под которым нам известна эта картина и ее героиня. Это Джоконда или Мона Лиза, совершенно правильно. Плюс 7 баллов. Плюс 7, да? Да. Что, господа, 1, 2, 4. Договорились. Согласно легенде, чтобы откопать клады Стеньки Разина, нужно погубить столько людей, сколько назвал атаман. Лишь немногие клады зарыты на такого, кто найдет их случайно. Что, согласно Грибоедову, не наблюдают такие люди? Счастливые часы наблюдают. А теперь микрофон, пожалуйста. Капитан, так, счастливые часов не наблюдают. Да, счастливые часов не наблюдают. Правильно, спасибо, плюс 7. 1 или 2? 1. В Геральдике она изображается в профиле в анфас как символ независимости. Чего, согласно народной мудрости, у этого животного в несколько раз больше, чем у нас с вами? У нас с вами, к сожалению, одна. А у нее, согласно... Жизни, 7 жизней. Да, жизни. Речь идет о кошке. Спасибо. Молодцы. Команда «Талисман» не выбирает, и ей достается последний вопрос. С 1925 по 1934 годы эта пастушка облаков служила к бигбордам фирмы «Ситроэн». В каком городе это происходило? Где до сих пор находится эта пастушка облаков? Что-то очень такое высокое, такая, железное. А, это статуя. Город. Микрофон, пожалуйста. Париж. Париж, это тоже плюс 7 баллов. Спасибо. Слово жюри, пожалуйста. Отказаться от риска значит отказаться от победы. Все команды рискнули, и все рискнули очень удачно. И результат следующий. Все 4 команды получают свою копилку по 7 баллов. Ну що ж, шановні гравці, швидко промайнув час, і ось до кінця підійшла наша інтелектуальна гра. І я хочу заявити, що вона була дуже-дуже цікава, дуже інтересна, гарна. У вас у всіх на ваших обличчях були гарні усмішки. І це означає, що у нас усіх гарний настрій. І хочу підвести такий ітог. 3 команди, «Домірелька», «Авіатор», «Імпульс» отримали однакову кількість балів – 45. І
вийшли на друге місце. А перше місце посіяла команда «Талісман» – 46 балів. Ми вас всіх вітаємо, вітаємо. Бажаємо вам всім здоров'я, щастя, натхнення, успіхів. Саме найголовне – це миру на землі, миру нашій Україні. До побачення, до нових зустрічей на телеканалі «Миколаїв» у суботу о 9:20 ранку на інтелектуальному асорті.